Чтобы быть художником, достаточно видеть красоту этого мира и уметь переносить ее на бумагу. В областном центре в канун Дня людей с синдромом Дауна открылась персональная выставка особенной художницы Джанет Халдаровой. Девочке всего 12 лет. Она учится в 5 классе общеобразовательной школы и ходит в ИЗО-студию. Все свободное время она проводит у мольберта. Рисует карандашами, мелками, гуашью. Этой выставкой мы хотели показать, что люди с синдромом Дауна, они уникальны, они тоже талантливы, и мы очень надеемся, что эта выставка разовьет талант ребенка, и из ее хобби он перерастет в нечто большее, вероятно, в ее профессию. Может быть, человечек станет дизайнером, оформителем, художником, и это будет ее хлеб. В экспозиции представлено 11 работ. Большинство из них яркие и красочные. Детей с синдромом Дауна называют солнечными, потому что они очень добрые, позитивные. Джанет именно такая – радостная и мечтательная девочка. О чем ты мечтаешь, Джанет? Не знаю. Но вообще она о разном мечтает. То она говорит, что она хочет быть врачом, то она говорит, что она хочет быть учителем. То есть с теми людьми, я как поняла, с кем она сталкивается, тем она потом и хочет быть. Вот. А мечтают они, наверное, как все обычные дети. Тут недавно у нее мечта была. Ей планшет, машину и еще чего-то, да? Да. Чего ты у мамы просила? Планшет, машину, а еще чего? Вернуть машину и кошка. Самое сложное при подготовке выставки было выбрать лучшие работы. Все они очень искренние и самобытные. Первые посетители в книге отзывов единогласно отмечали, что картины маленькой художницы невероятно талантливы. Благодарили они и педагога-наставника, развивающего дарование девочки. Это недавняя и самая успешная работа Джанет. Она посвящена осени. Краски на ней немного хмурые, густые. От этого картина получилась очень атмосферной. Когда она нарисовала, и это все уже стало полностью раскрашено, скрашена пастелью. Мне очень понравилось, несмотря на то, что у нее такое название, такие темные тона, от нее веет какой-то теплотой, и сейчас она мне нравится больше всех. Посетителям своей первой персональной выставки Джанет посвятила обращение, в котором призналась в любви к окружающим и миру. У этой девочки есть чему поучиться. На жизнь она смотрит широко открытыми глазами. Ее не расстраивает ни дождливая погода, ни пасмурные будни. В ее мире всегда солнечно. До 28 марта выставка доступна посетителям на 2 этажах холла в издательском доме «Частник». Затем экспозиция переедет в здание городской мэрии. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.